Всем привет, дорогие зрители! С вами сегодня Шустрила, Артур Блэксильвер Уфа, поздоровайся. Здрасте. А, Джек Шепард. Всем привет. И мы продолжаем наш Дейс. Сегодня у нас по плану пройти Зеленую гору, и мы тут увидели вышечку, как раз где мы закончили, и Джек ее очень хочет залутать. Джек Шепард, как обычно. У него, походу, какой-то природный магнетизм к этим вышкам. Он их замечает. Палатки, вышки. Ночью заметил палатку около Красностава. Где-то, наверное, с полукилометра. Что практически нереально. Вообще, я не понимаю просто, как это возможно. Так, где она? Кто-то находит машины. Кто-то находит неприятности. Кто-то находит... И один я ничего не нахожу. Пиком лягу, а вы идите, хорошо? Про тебя был пункт с неприятностями, чувак. Это как этот, Коля любит маму, да? Саша любит маму, а мамба вас ненавидит. Появились зомби? Вон зомби идет, да, нормально. Я так и не увидел, кстати говоря, эту вышку, поэтому я просто бегу примерно в том направлении. Она прям летает. А, ну как обычно, она от меня за кустиком пряталась. Вот именно вот один кустик, который перекрывает мне именно обзор вот на эту зону. Обязательно их снимать, нет? Нет, зачем? Желательно. Просто в них может быть патроны, которые вам нужны. Это же военные зоны. А, да я обычно с них патронов-то не находил. На я думаю, пока я буду лутать. Ой, я жрать хочу. Чистить. Ну ладно, закончим уже. И я буду чистить. Вернее, пожру. Блин, я вряд ли им попаду. Вот они что-то ползком в голову, я не попаду. Там. Ну я бы стрельнул, но ты же понимаешь, вся округа сбежит. Да, есть такое дело. Мазила. Че мазила? Им две пули надо. Ладно, проверяйте вышечку. Падай, ну. Так, ладно, я пока вроде все спокойно, покушаю. Все, я троих убил, полутай пока. Да, сейчас я пойду полутаю, только сначала, блин, надо перекусить, а то сейчас уже здоровье начнет тратиться. Давай, давай. Так, блин. Сколько я их лутал, у них постоянно находился этот химсвет, только все. А я из-за патрона очень часто находил. Все, там так. Больше зомби нету, да? ДМР магазин. Один есть еще вдаль ушел. ДМР магазин нужен кому? Не, нет, у меня много. Так. Некуда больше. Что значит много? Ну я возьму себе. Так, здесь дробь для М1114 слага. Никому, я так понимаю, не нужен. Граната зеленая и две пустых консервных банки. Возьми мне, пожалуйста, зеленую гранату. Химсвет. Для М203? Химсвет нам не нужен, у нас есть ПНВ. Нет, просто ГТ нет. Так, а третьего ты тоже снял, да, вдалеке? Да, вон он вдалеке. А я тебе даже могу сказать, на 145 где-то. Я его не вижу. Я его тоже не вижу. А вот он лежит. А нет, это не он лежит. Это другой. Чуть левее. Левее. Так, чуть правее теперь. Подожди, вот там корова мертвая лежит. Корова? Да, прямо перед тобой. Шквина, она мертвая лежит. Или что это? Или это сено какое-то? Вы чуть правее, тебя сейчас зомби будет. Мертвый олень. Это олень какой-то. Даже не корова. Ну, меня я больше... ничего не вижу. Магазин для G17. Ни у кого G17 нету? Нету. И там барашка, кстати, стоит живой. Мертвая корова у куста и барашек живой. Так, я, пожалуй, влезу, это потому что если тут кто-то лежит мертвый, то значит, что я надо убить. На 100... А нет, не на 100, или это 120. Барашку надо зарезать. На 130 ровно, если смотреть. Барашек двигается, мертвый олень лежит. Я, как обычно, шары долблю. Я подошел к вам, можно барашку? А, барашка вон там вдалеке, рядом с этой мертвой тушей. Это ты подходишь, да? Да. Поднимись вот на вышку, где я сейчас сижу, и посмотри, как бы, да. Ты просто вот я стою под вышкой. Угу. Направление, дай мне азимут. Направление, говорит, 130. Он смотрит прямо туда, я вижу, куда он смотрит. И... Барашка, вон там мертвое животное лежит. А, вон вижу, да, все, понятно. То есть... Стучакает. Выстрел не слышал. Артур кушает, наверное. Да нет, я давно уже покушал. Я просто смотрю. Кто чавкает? Артур, веди меня. Ну вот в том направлении, вон там у нас барашка, далеко-далеко. А, все. Давай лучше ты на вышку поднимешься. Да я уже вижу ее. Дайте я переведу дыхание и... Я в том смысле, чтобы ты нас... Вы, может, кстати говоря, костюм поменять, если вы уже так роли распределили. Да, вот я сейчас думаю отдать, возьму цивилизм. А я пока в полный рост буду по простреливаемой территории носиться. Хорошо, давай. Глупо мне с таким костюмом бегать. Так, одежда 6-го человека одеть. Можно в рюкзак сразу мне кинуть. Да, сейчас, так. Это точно барашка?
Это козел. Бери. Блин, какая тут равнина, мне прям. Подожди, ну ладно, у тебя ДМР пока не влезет, наверное, да? Нет. Ну, можешь положить на время, если хочешь. Ну просто твое. Ну ладно, я пока поношу сам. Хорошо. Плоско, как на доске. Все простреливаем тут. Смотрел корову? Да не вижу этой коровы, я иду к барашку. Она прямо перед барашкой. Да, значит, правее у куста. Правее. В общем, я сейчас к ней приду, и ты меня увидишь. Да. Место это, нехорошее, это действительно не... А, нет, это корова. А баран убегает. Это колень. Да, баран убегает. От нас далеко не убежит. Почему она умерла? У нее такое удивленное лицо. От старости. Да, это была корова, и у нее... Можно ее разделать? Мясо. Да. У нее один кусок мяса, ее кто-то полутил. Ну, ее кто-то убил сначала. Нужно понимать. Где было? Мы идем по чьим-то следам. Да, не уж. Ну, самое хорошее, что нас кто-то прикрывает. Да, но от снайперского выстрела вы защитите. Да, сначала только в нас выстрелят, а потом мы поймем, что кто-то есть. Я взял 3 куска сырого мяса, возвращаюсь. Молодец, к весу. Я один взял. Хорошо, давайте под вышечку регрупп. Давай. Так, а ты движешься к корове, да? Или ты возвращаешься? Я прям я сейчас ее за это закопаю. Да пусть лежит. Хранить решил. Хайд бади. Да. Земля взяла ее. Да, все, на. А как же речь? У меня нет слов. Так, ну тем не менее, эти вот трупы, они же исчезают через сколько минут? Сейчас 15 раньше, сейчас около часа. А, ну тогда, может быть, мы уже давно... Могли довольно-таки давно пройти, да. И, скорее всего, у человека было более-менее здоровое, ну, полное ХП, либо у него места уже не хватало, так он один кусок оставил. Но... Так, сейчас я добегу до леса, перевожу в рюкзак мясо да, сырое. Можешь пока костерок развести. А, сейчас Артур добежит. Давайте, делайте все, я пока посижу, посмотрю. Че, типа жарим, что ли? Да, да, пожарим сразу. А мне оставьте. Вот здесь как раз вот за этими двумя едем. Здесь хорошо, да. Поле. Так, два слота занимает же оно, да? Да. А у меня топора нету? О, печаль. А почему у меня топора нету? У меня есть топор. Но я, блин, сколько бегал, столько топоров видел. Ты сможешь, не слезая, мне его переложить? Интересно ты придумал. Нет, не смогу. А ты можешь на лестницу чуть-чуть залезть, я тебе положу и ты слезешь? Ну давайте сейчас поизгаляемся. Не, чтобы просто перекинуть, да? Так, оп, стоп, могу, стой, остановись. Виси, держись. Так, топор, да? Положил, спускайся. Даже в апокалипсисе есть здоровый оптимизм людей. Какие-то придумки. Ты, кстати, барашка не спрятал. Да, чего прятать? Пусть лежит. Я не такой сентиментальный. У меня тоже цивилин клоссинг есть, кстати говоря, кажется. Ну и хорошо же, пусть будет. Хэтчет. Так, хэтчет взяли. Harvest Wood. Я, кстати говоря, вот тут находился далеко от деревьев. Похоже, тоже пофиксили. А то раньше же не получалось рубить. Теперь у нас просто этот. Достаточно. Просто в леске стоять. Да. Угу. У меня есть только нож, спички. И тулбокс. У меня много чего есть, а вот топора не было. Это знатная находка, я тебе так скажу. Тулбокс? Да, с версии 1.6. Да, это я знаю. Угу. Сейчас вам трудно найти. Топор. Так, я его разложил, и что мне дальше-то делать? Поджечь. Спичками же, да? Или фаер? Нет, нет, прямо на нем. Просто колесиком. Ну вот, Джек Шепард, давай ты его подожги, потому что у меня такой. Я не могу, у меня нету этой функции, да. А вот появилась. За этим так смешно наблюдать. Fire. Помолились так. Так, все. О, великий бог. Да почти мы. Да, это коров. Put on fire, да? Да. Так вы сначала приготовьте. А, put out fire. Блин, я просто забыл, как в английском языке. Put out — это выключить. Выключить огонь, да? То есть... Выключить огонь. Ну как бы затушить. Затушить. Понятно, у меня просто мясо, оказывается, все лежит. Блин, я что-то парюсь опять сегодня. У кого гир сделал, не пойму. Подожди, а где мое мясо? Where is my meat? Я не облутал ее на мясо. Вот я. Ой, я сбегу. То есть ты посмотрел, что там 3 куска и побежал.
Я просто, блин, я забыл, как это все делать, я редко играю. Короче, я просто написано, что... Не туда, Артур, правее. Хорошо. Веди его, веди его полностью. Блин, вот чему удивляться, если я две серии подряд носил это СВД? Артур, по правую руку у тебя дерево. Правее, правее бери. Еще правее. Тебе к этому дереву, которое одинокое. Видишь это? Ну. Я не вижу, правильно. Косу, косу. Барашка, сейчас прямо, дорогой. Левей. Нет, левей. Барашка, белый. Видишь? Правей. Так вот тут же. Левее. Я в бинокль это наблюдал. Все, нашел. Вон он лежит. Человек-зигзаг. Нет, по идее, я... Это вы меня с толку сбили. Я шел именно туда, куда я хотел. Я помню. А вы у меня левее, правее. Я просто... Ну, не довернул я сразу туда. Ну, что. Все равно туда шел. Я помню, что вот этого лесочка. А вы тут уж развели. Я у этого мужика дальнометр не взял. Я взял. А, ну ты взял хотя бы. А ты думаешь, что с профукой. Потому что у меня-то он был, но после... Так. Неких событий. Дальнометр бесполезный, пока нет снайперки с зероингом. Ну или так-то да. Ну так-то да. Но блин, мне все равно нравилось, когда мне цифры показывали. Так, тут... тут пропало... Слева этот прыгает. Лань какая-то. Серьезно? Новое животное? Покажи мне, я тоже хочу... Скачет, левей. А, по компасу... О, блин, по компасу. Ребята, это честно, что козел пропал, а я с него только два куска из трех взял. Нет, он унес в землю все. Где-то на 100. Да что же за день ты такой? Если смотреть. На 100 в лесу, что ли? А, короче, перед домиком, чуть левее. Он прям вот так вот бегал тоже зигзагами и скакала. Лань, по-моему, кто-то была. Ну или кто это. То есть ты ее уже не видишь? И уже нет, я потерял ее, потому что убирал бинокль. Вижу Артура, за которым боком бежит. В Артуре тоже есть мясо. Ну это на самом деле увидят, или мы скоро найдем эту зверушку. Ну блин, это круто, я раньше ее не видел, добавили, видимо. Мы задержались, кстати, на этой вышечке. Сейчас я пожарю уж эти два куска мяса, раз так и такая пьянка пошла. Уж не зря же, блин. Ну вообще печально. Я сейчас магазина 3 скину просто в рюкзак, потому что, блин, из-за них я не смог все 3 забрать, да. И вообще, я что-то мне нужно как-то эффективнее использовать. Как все-таки закрыто тут? Изнутри вообще не видно, что там костер разожжен. Ну мы же прямо за елкой. А. Тут у нас, короче, небольшой кемп такой был. Кемп. Наша территория проглядывается, мясо готовится, лани выслеживаются. Лани выслеживаются. Здесь жить останемся. Так, твою дивизию. Да что ж за день ты такой? У меня что-то сегодня все коряво получается. Я даже не могу переложить сырое мясо себе обратно в инвентарь. Давай всё. Мне два куска сырых, закинь мне в рюкзак, я пожарю. Все уже, все. Вот. Теперь осталось найти позицию, с которой не очень удачно мы, надо сказать, разместили. Вот, нормально. Да, вот как я сидел, да. Только из одной позиции я мог пожарить мясо. Так, Шустрил, у тебя мясо есть? Можете сразу отдать эти два куска? Да, я не откажусь. Давай спускайся. Я так, костер тушим. Я пока посмотрю туда, в поле. Один кусок отдашь мне? Да два, у меня два, у тебя два будет. Просто мало ли, что там со мной случится. Ну ладно. Просто у меня один кусок еще с того парня. Ну значит, у нас богатый сам будешь. Ну да. Так, мое мясо. Вот и вот, хорошо. Все готово. Так, ну что, дальше выдвигаемся. Двигаемся. Пора бы уже. Двигаться. На 10 минут тут застряли. Угу. Зато увидели новую лань. Ага. И увидели, какой я слепошарый. Так, вообще место, конечно, вот тут на самом деле неплохое. Тут и машину можно спрятать, и хрен кто подойдет, простреливаем со всех сторон. Но я не вижу полей без травы, а это значит, что кампинг-тент здесь, ну, поставить не получится. Вот, кампинг-тент ставится обычно вот на таких. Да-да-да, вот таких вот места. Я, кстати, ни разу не ставил. Мы даже палатку ни разу не находили за всю серию. Ну, казалось, кто-то шарпает. Да. Да, это просто, когда по этой голой земле бегаешь, звук такой, как будто стреляет.
Много раз на него. Оглеюсь. А, в смысле, этот бег, когда по твердой земле, да? Да, есть такое дело. Так. Так, ну что, теперь в этот лесок перебежками или? Да, да, да. Нет, вон из леска в лесок. Там у нас, я насколько понимаю, так вот налево идет дорога, да? Угу. То есть из грозового. Ну прям по ней идти достаточно будет. Самоубийство. Ну, с учетом того, что она ведет прямо в аэропорт. И учитывая то, что какой-то мясоед заебал. Мясоед. Любитель мяса. Так, жду вас в лесочке. Теперь тебя не видно. А, блин, это же у нашей стрелы теперь в костюме в луке. Я все думаю, что это Джек Шепард, думаю, что-то он как-то по-другому стал играть. Вперед бежит. Да, бежит, ведет нас куда-то. С его тоски вам, Сусанина. Так. Что теперь мое синее лицо вообще не видно. Да, теперь мы не сможем тебя отличать. Угу. Да меня незачем отличать. Вы всегда будете заходить, а я где-нибудь на горочке полежу. Посмотрю. Тоже верно. Будешь нашим ангелом-хранителем. Буду просто... О, кемпером будешь. Да-да, точно. А кто тебя будет ловить? Тут уже некому. А что, тоже можно сейчас чашу поймать? Я воспитал хорошую группу, может быть, они меня и поймают. Когда-нибудь... Подбираешься сзади, кладешь сейкл чардж, таймер на 30 секунд, и все, пошло-поехало. Начинаешь потом стрелять вокруг этого игрока, а он вскакивает, начинает бегать ногами и взрывается, да. Ой, блин, я кнопку В опять нажал вместо кнопки Б. А что кнопка? А, это прыжочек. Ты в бинокль смотришь. Да, мне показалось, что там палатки. Я подумал, что неужели я нашел палатку. Но нет, но, опознался, нет, да. Это был камень. Да. А ты, кстати, по-моему, один раз находил палатку. Не можешь быть. Да-да-да, помнишь, когда мы эти-то ели? Стоп, там впереди. Там опять какая-то животинка стоит. Это, по-моему, там, по-моему, уже ни к чему это все. Или овечка вот даже. Я скоро... Да, у меня два слота пустых есть, я бы набрал мне слот, кстати, там город какой-то даже. Это собор, что ли? Это, я же говорил, куда мы идем. Это Лопатина. А, Лопатина. Зачем нам сейчас мясо? У нас по 2-3 куска у каждого, этого хватит. Нет, еще, я просто думаю. Говорю вообще, что... А если кого-то сильно подранят, то у меня, кстати, надо будет кому-нибудь передать. У меня 2 пакета крови есть тоже. Пакетов крови, у меня их 5. 5? Положи мне парочку. Давай. Чтобы мы все могли друг друга... Да, если что, реанимировать. Чить сразу, да. Так, один у меня в инвентаре, его я себе оставлю. А вот тут у нас... Так, блин. Или мне сначала нужно инвентарь положить, я вечно забываю. Да. А потом уже перекладывать. Так, тогда я еще 2 достану. Тебе 2 или 3 нужно? А, положи 2. У меня 1 есть, так будет 3. Так, вот так, хорошо. Закрываем сумку, теперь лезем к тебе. 1 положи, я передумал. Ты у меня забрал все, Артур. Ты ограбил меня. Так, подожди. У меня такое бывает. Я что-то не понимаю. У тебя 3 сейчас их, да? Сейчас 3, да. Это все нормально или я уже уставать начинаю? Что не так? По-моему, все так. Я просто уже все, что-то не то делал. Все так, пойдем. Так, сейчас я один себе положил, и все нормально. Артур просто бывает смотрит к тебе в рюкзак, говорит, у тебя тут банка бобов была. И не продолжает бег. Нормально. Грязные трюки. Да. А чем вы грязные пугали? Ручонки. А нам еще далеко до аэропорта примерно бежать. До аэропорта? Него, я думаю, мы его пробежали. А, мы его прошли уже, он остался от нас налево, да? Ну я же решил не заходить. Ну мы же решили не заходить. Ну, да. Все нормально, да? Мы бы зашли туда, если просто бы я нашел. Я так понял, что мы рядом с ним пробежим. Но оказалось, что нет. Нет, мы обойдем его стороной 10-й дорогой. Я не очень люблю побережье, поэтому. Как и все мы. Так, а там у нас что за построечка такая? Какой-то сарайчик небольшой, не входной. Не вижу. А у дороги бесполезен. Угу. У дороги вижу. Этот, открою для вас, может быть, небольшой секрет. Знаете, какая винтовка действительно самая домашняя в игре? А, Винчестер, что ли? Нет, вы удивитесь, это Энфилд. Чизит? А, Энфилд? Энфилд, она шумная. Он как Баррет по мощи, он убивает просто сразу. До свидания. Ну, если не убивает, то... Кто роняет?
Чё? Да, Тора, я этот Лэнфилд, он мне нравился. Сознание теряешь, когда попадаешь даже в руку, в ногу. Ну, ломаться, Женевскую или... конвенцию никто не знал в 18 году. Ну да. Поэтому винтовка рвёт руки и ноги. Это же эти истерили французы, когда... А, наоборот. Впереди был человек. Выживший. Человек бежит. Можем пропустить, могу снять, выбирай. Гаси, он вроде в этом, в камуфляже. Мне нужно дыхание, мне нужно дыхание, я не могу так. Бежит вон налево. А нет, это стой, это кепка простая, у него простой пистолет и простой рюкзак. Пусть бежит. Да. Отпускаем его? Бежит, мне просто показалось, что он в камуфляже. Можем его отпустить. Да-да-да, все. Хорошо. Обходим его правой дорогой через лес. Один я никого так и не увидел. Че, серьезно, да? Посмотришь наши. Интересно будет посмотреть потом у Артура, да, как сидит, просто смотрит в поле. Барана не видел. Да ладно, оставшийся. Направление, главное, страховал, если чего, выбил вспышки. Да. А самое главное, теперь напишут в комментариях: а, это же я бежал, точно. Не забываю. Про эту тенденцию. Чуть меня не убили, я не буду мыться больше. Да. Смотрите, Кшон просто так и прёт. Да. А на каком расстоянии ты вообще был? А, метров 310. Да, где-то... Может даже под 4. А, ну то есть вообще не помеха нам. С ПМ из такого расстояния, чтобы попасть, это Чарли Моррисон надо. Да, просто бежал с ПМом, с простым рюкзачком, так что... Ну как с простым, там какой-то на... Очень сильно нам... Ну, как бы ему, можно сказать... А на спине у него ничего не было? Койот подпал. Так, 8 мечей. Нет, по-моему, не койот, а который, знаешь, такой темненький, еще светло-серого цвета такого. Нет, это был не чешский. А, ассаут. Да-да-да, вот ассаут, по-моему, может у него быть, был, да. Который там, насколько у него ячеек там. Можно сказать по-разному, может ему повезло, может нам, но когда вы сказали мочи, у меня просто не было дыхания его мочить, а потом сказали не мочи. Я просто увидел, что он бежит, мне показалось, что он в камуфляже. Я достал бинокль, посмотрел и увидел, что он все-таки не в камуфляже и что он все-таки обыкновенный нобик, так сказать. Угу. Ну, так что смысл-то с ним вообще. Короче, такие дела. Блин, ребят, нам машину нужно, я просто задолбался уже бегать. Вся вода. А ведь после так. Мы могли уже ехать, знаете как? Если бы мы взяли и квадроцикл, и внедорожник, да. И уехали. Если бы мы знали, что у нас за одну серию две машины за предыдущую наберется, то... Давайте не будем об этом разговаривать. Да. Нам нужен вертолет, чтобы накрыть этот торт. И улететь. И улететь с острова, да? Именно. Нет, вертолет, я думаю, мы будем брать уже, когда совсем все будем завершать. Ну чтобы да, наш народ нет. Просто улетел с сервера. Полетел на землю. Окончание. Улетел. Ага. Happy end. Ага. Так, в принципе, можно его, конечно, всего ходить. За серию умерло 14 Блэков, 18 Джек Шепардов, 22 Шустривы. Как я в Тудэде. Там корова стоит, да, по-моему? Я не знаю, ты можешь у Артура даже не спрашивать, а я чуть-чуть от вас отстал. Это корова. И я хотел спросить, какая корова вообще? А вон слева, смотри, в поле стоит, вот там, куда я бегу. Посреди. Уже я увидел. И еще а одна. Их там две. Две, да. Я увидел та, которая перед нами. О, я увидел корову. Если смотрите за нашими спинами, я вас умоляю. Парень с ПМом не дремлет. Еще и справа. А, справа зомбаки, там вышка. Там вышка. Я пойдем на вышку. Идем на вышку. А мне я опять заметил вышку. Черт, я не знаю почему. Я не знаю, почему я замечаю вышку. Такая природная предрасположенность. Да. Вышка. Лучше б я не знаю, кейсы с деньгами на улице находил. Да нет, лучше вышки в игре. Да, лучше вышки в игре. Я, кстати, что-то, я не знаю, они переработали, что ли, жажду, но я вот только недавно пил, только в этой серии. Да, я уже начинаю потихоньку ходить пить, даже уже более-менее чем. Ну, мы пробежали уже квадратов 8, так что... Ну, раньше ты серии 2 бегаешь, потом только это надо было исполнять. И еды, и воды меньше спавнится, и больше хочется. Эва как. Так, ладно, я подошел к вышке Джек Шепард, ты где? Он отстреливает наших. Да их можно было не отстреливать, но если только из-за этих своих. Боезапаса. Своих, у тебя такой же, как у меня, блин, я косой. И еще раз. Это не поближе, прицелься. Ну блин, ну. Просто похоже. Все, там один еще ползун остался. Тут ничего нет. Лево. Да.
Ну, по ползунам, когда им, блин, в тело попадаешь, надо два выстрела тратить. Так, за нами вроде слежки нет. Нету, я тоже посмотрел. Так, тут просто надо спрятать. Спускаясь уже, братюнь, да что ж ты, блин? Так, что у нас? Так. Пусто. Ты посмотрел. Он специально издевается надо мной. Что там? Он не хочет спускаться. Я ползун был. Ну, вон спускаешься, я вроде вижу. Ну, вот, под конец он жарился. Так, я подхожу к вам. Что, рванули? Ну, да, подожди, сейчас на секундочку отбегу, блин, закрой дверь, у меня кот сходит, орёт. Хорошо. Не знаю, что-то не слышно даже. Да, я тоже не слышал. Я, кстати, вот-вот уже кушать захочу, надо будет перекусить. И рвану дальше. Хватает пока. Угу. Я здесь. Продолжаем. Так, дайте ко мне буквально одну минутку. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном, я готов. А вы говорите, чем мясо? Нам просто сейчас даже банок нет до консервиста, поэтому у нас Артур сейчас. У нас там мясо, три коровы стоит. Давайте-ка лупанем корову. Давайте лупанем, да, одну. Я как раз сразу покушаю. Можно я? Я прошу вас. Давай лупани. А хотя нет, игроки, тут игроки рядом ходят. Давайте я не буду. Ну я не знаю, ладно. Угу. Че, я опять? Да. Ну, видимо, да. Блин, одну корову сегодня уже спас, ну как спас, похоронил. Сейчас вторую добивать. Вот вы сейчас сбиваете коров, и вот все наши зрители, которые из Индии, такие, нет! Ну нет, они не по-русски, не по-индийски. Как по-индийски нет, блин? Хорошо. По-индийски они начинают танцевать про то, как им жалко корову. Нет. Мы сейчас, конечно, выглядели такими расистами. Российские шуточки. Не хватает только пальцем друг на друга показать, как ребята в комиксе. Мы ничего не имеем против индусов. Индийских фильмов. Я их обожаю. Ну и тупые, конечно, блин, вообще до ужаса. Понимаешь, когда один мафиози подходит к другому, должна начаться перестрелка, начала танцевать. Это так позитивно. Нет, мне там драка нравится. Там этот просто. Брюс Ли такой сидит, нервно кусает локти. Блин, вообще офигел, просто... А мне нравится, как они это, скажи мне, машины как у них летают, это вообще. А, ну да. С чем-то. Если злодей пробегает рядом с машиной, то она взрывается. Это круто. Тут. Так, ну давай, бери уже мясо. Давайте я возьму все. Корова Блэк. Корова Блэк. Короче, прокомментируй. Ты был хорошим Блэком, Блэк. Все, я забрал все мясо, у нас есть питание надолго. Забрал все мясо, офигеть. Жестокий человек. Надо бы его потом снова пожарить. У меня постоянное ощущение, что за нами кто-то наблюдает откуда-то из лесов. Чьи-то глаза торчат. Переживайте так. У меня паранойя по этой теме уже давным-давно. Да, я уж привык. У леса есть глаза. Ага. А, что это я на картонах по полю? Не знаю, я что-то как-то увидел, что ты на картонах сам присел. Так я что-то постарел. Пацаны на картах, да? Четко. Были бы тут кепки, а? И барсетки. А у вас и так кепки, ребята. Ну да, я в кепке, Артур без. Артур без кепки. Артур без кепка. А я потерял Артура. Да, где Артур? А вон. Я потерял вас, хотел запаниковать, но все нормально. Хотел же кричать «Guys, guys, what?» Хотел в небо уже стрелять. Как обычно. Чё, да я никого не боюсь. Это было тупо. Вообще прикольно так проверить, конечно, винтовку на громкость. Да, сколько раз там оружие-то проверял на громкость? Самая умная идея была ее проверять в центре города. Я помню, вы проверили М14, а им Артур, по-моему, проверил рядом с новым собором. Говорим. Кажется, это пенек, я думал, мертвый человек с респаком лежит. Пеня. Еще один. Все, я уже точно как Артур уже пенек здесь рисую. Люди везде. Так, мертвые давайте. Люди. Вот мертвые люди кругом. Я хочу проверить наши координаты. Кто-то написал, было бы прикольно, если бы добавляли в ночное время привидений в городах. Господи, я тогда вообще вот его не играл. Обосрался бы. Так, 20, 69. Ой, ну вы знаете. А мы далеко забрались.
Это плохо или хорошо? Это хорошо. Сейчас мы выйдем в Мышкино. Пойдем. А, после так Мышкино уже достаточно близко уже. И сразу рядом с Мышкино мы повернем, и думаю, к этой серии мы даже успеем, возможно. Да, у нас минут 5 осталось. А, значит не успеем, возможно. Ну, сейчас надо посмотреть, если мы сейчас Зеленую гору увидим, то нужно уж в этой серии, я думаю, сходить, да посмотреть. Чего уж, блин, народ же нас потом пинать ногами начнет, по почкам. Больно. Это правда, но Зеленая гора сейчас еще далеко. Так, ну если мы к Мышкину подходим, ну хотя бы Мышкина полутать как-нибудь. Я разрушитель надежд. Так, ну ладно. Слева домик какой-то. Я, по-моему, помню этот домик. Мы, по-моему, пересекали это поле в свое время. Возможно, ну, справа еще один какой-то домик. Прям по полю сейчас идем, ну ладно. Ничего не поделать. Да, нас уже как-то, я не знаю. Нет, на самом деле цикотно. Мы потерянные люди уже. Мы потеряли страх. Это все решается одним залпом снайперской винтовки из гетто. Страх снова местами появляется. Да, один хороший снайпер, и все вот эти вот понты, они быстро закончатся. Это факт. Но с другой стороны, если просто стрелок попробует снять, то он просто будет понимать, что одного-то он, допустим, снимет из эффекта неожиданности, а потом все, хана. Похоронил. Все, прилегли и начали осматриваться сразу. А там и снять можно. А интересно, будут ли водить какие-нибудь классы? Ну, то есть там, например... Как в армии, рифлмен. Да. Ну, вот я, например, бы хотел, чтобы здесь был рез. Ну, то есть медик. То есть... Рез, в смысле, друзьями. Тебя убили, тебя подняли? Ну да, дефибриллятором. Ну то есть, дефибриллятор можно было. Ну нет, чтобы его там было хрен найдешь, там, то есть шанс рез поднимать. Да, мы бегали по полю, я бы говорил, Артур, беги, не бойся, рез. Да-да-да, кстати. Ну это если бы он успел. По-моему, вот если бы заливать кровь мог только доктор, это да. Это было хорошо. Я вообще хочу, у меня главное... Готовить мясо мог бы только повар. С поваром пойдем. Разбег. У нас и два повара получается, кстати, да? Офигеть. Гильдия. А то у нас Джек Шепард, кто по профессии? Я не повар. Хорошая профессия. Повар. Профессия не повар. Теперь ты у нас шифруешься. Вот заметьте, слева от нас лес, справа от нас лес. Мы идем по полю. Ну, в принципе, это правда. Я вообще не повар, у меня просто образование такое. Я тоже не повар, я технолог питания. Ну, по всем. Ну, это для тебя технолог питания, а для людей не замутненно. Это повар. Повар. Итак, повар спрашивает повара. Куда идем, повар? Мышкина отвечает повар. Так, ладно, короче, блин. Ну, теперь я знаю, к сотому эпизоду, когда мы будем на вертолете улетать с острова, кто делает то. Вышка, кстати. Да, Артур, я тоже знаю, кто делает. Вышка, да. Я, кстати, эту вышку заметил. Ой, слушайте, а я только когда к ней подошел, заметил. Я опять первым заметил, но я думал, зомби нет. Да вон зомби справа ходит, как тут нет. Там пилот. Ну я даже их снимать не буду, потому что я думаю. Пилоты, опять, кстати, хорошие вещи бывают. Ой, тут мужичок идет. Ладно. Ну то есть зомби. Ты сказал, мужичок идет, я сразу. Мужичок бегает, а этот идет. А тут пусто. Ничего, да? Ну, давайте огородами. Блин, вот он прям где-то в дереве ходит. Да просто пройди мимо. Так на вас может напасть. Ничего страшного. А нет, не нападет. 25.76, одну минуту. 34 пишем. Каждый о своем. А справа какой-то... Фургончик или что? Ну, короче, синенький такой, и домик. Да, а, кстати. Я понял тебя. Нам, кстати, рядом с ним надо будет пройти. Нам как раз по пути. А рядом с ним, я думаю, будет зомби, не? Нет. Да, просто может быть, у меня бывало. Он лесопил, как обычно, в самом конце, вот такой бывает. Но не в этот раз. Я, кстати, помню это место. Бегал я тут. Да? Заблудился как-то. Тут искал аэродром, искал западный. Давайте подсасывайтесь поближе. А ты где? Кто-то в елке сидит, я вижу. Ушел. А вот там уже кого-то вижу, фургончика. Я вижу вас да. Я у фургончика, да. Все, ну, пойдем, вот, пойдем. Вот, вот, вуки. Вуки.
GPS сам выключается. Странно. Он выключается, когда целишься. Оказывается, написали в комментариях. А ну. Да не только. Точно. Так, пойдем во весь рост. Инвентарь, по-моему, если отшлить, он тоже закроется. Ну, при любом действии. А горку просмотри, пожалуйста. Без проблем. Там вдоль леса и вот все-все-все, вот это весь горизонт. Никого. Значит, может быть. И левую горочку тоже давайте посмотрим сейчас. Может быть, дорога? Алипо. Там вроде спокойно. Вроде да. Лесополоса тоже. А вот на этом поле я в свое время встречал, тут был упавший вертолет. Кстати, хватит писать тупости, что упавшие вертолеты можно починить. Нет, его нельзя починить. Они уже меня замучили просто, именно вот те люди, которые этого не понимают. Но это уже статичный объект, совсем другой. Это просто те люди, которые в игру-то не играли. Может, играли, может, просто не увидели, что можно сесть там на место стрелка, значит, можно починить. Да, значит, можно летать. Такие вертолеты не чинятся. Остановка пустышка в 3 километрах. Ну вот справа от нас Мышкина. Вот там Мышкин. Давайте до туда и там закончим, может быть. Давай. Ладно. Погнали. Ладно. Вообще, сколько вот этих вертолетов находил, упавших? Что у поляны, что вот тут где-то. Много, короче говоря. Вокруг них ходят зомби, но ничего нет. А сказали, что нет никакого лута у них. Добавлю, что нет, есть там лут, но упавших вертолетов самая большая вероятность найти пулемет М249. Да. Вот там вообще самые лучшие виды оружия спавнится. И Барретт там можно найти. Но вот Барретт я тоже в руках не держал еще. Но при этом как-то оно все достаточно криво работает, и я вообще ничего не мог найти. Кто-то говорил, что помнишь, когда мы с тобой первый нашли, когда я рядом с хвостом был, и был у меня надпись «Гир», я думал, что это я, ну, у тебя мог в рюкзаке посмотреть, что есть. Это вроде говорят, что типа с хвоста можно, ну, на хвосте вертолета сажать, можно открыть, что у него внутри. Все излазил там натурально, полчаса просто не на запись играл, мог себе это позволить. Все излазил, вообще нет никакой возможности. Печально. Так, ну ладно. Мы по идее, мы уже подошли. Ну вот, скоро. Джек Шепард, ты в хвосте? Я за вами, метров 15. Угу. Главное, все знаем, что идти вдоль дороги. Не потеряемся. Да не, какой вот я пить хочу. Вот мы быстро пить захотел. Пришли? Угу. Так, ну ладно, я сейчас тогда тут добежим, там уже... Поворачивайте влево, под горочку, вниз, в лесочек. Окей. Как скажете. Так нам будет поудобнее. Ну, собственно, туда, я думаю, пойдем в следующей серии. Угу. Потому что на это уже хватит у вас событий и времени. Так, сейчас между сериями я попью. Ты прямо на горочку подняться хочешь? Ну, у меня что-то игра временами подтормаживает. Вот у меня, вот прямо сейчас, да, это было? Вот у меня также этот сервер. Просто если кто думает, что это наш компьютер, то нет. Вы про фрезы? Секунду. Ага. Да-да-да. А, я вам потом расскажу между сериями, как это исправить. Да это не так, чтобы беспокоит. Оно раз полчаса бывает. Ну что? Так, ну тем не менее, давай, ты у нас начинал, ты у нас подводи итоги. Хорошо, спасибо, что посмотрели нашу серию по Дейзу. Сегодня мы с Артуром и Джеком опутали много вышечек, повстречали выжившего, но отпустили его. И дошли, докуда мы дошли? До Мышкина. В следующей серии, возможно, мы доберемся до Зеленой горы. С вами был Шустрила, Артур Блэксильвер и Джек Шепард. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока-пока.